Дадут. О, подожди, кто это? А кто это ходит? Что-то я не понял. Подожди, что это за фигня у него на голове? Подожди, что это? Кто это? Это разбойники, что ли? А, ребята, это разбойники, ай, убегаем! А, я не стреляю, это разбойники, ай, зачем же? Ё-моё, быстрее, быстрее домой. Быстрее, быстрее домой, ребята, это разбойники бегут. Да, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Чё делать, чё делать, чё делать? Надо быстрее, быстрее. Сейчас. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ё-моё! Фух, фух-фух-фух-фух-фух. Я привёл все разбойников. Да-ду-да, да-ду-да, плей. Дуда плей. Всем привет, ребятки! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру Майнкрафт. И сейчас у нас ночь наступила. Так, а ну-ка сейчас посмотрим. Да, и много всяких зомбачков бегает. Ё-моё. Так, может быть, поспим немножко? Давайте поспим, чтобы зомбачки у нас поумирали. Так, а ну-ка смотрим. А, и пошлите, пошлите. Это кто у нас такой вообще? Вот это. Зомби-житель? Ты что ли? А ну иди отсюда. Так, а ну отстань. Отстань от меня. Так, крипер, крипер идет. Он сейчас всех взорвет. Нет, 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 не взрывайся. А-а-а-а! Как так? Как так? Он взорвался и меня убил. Так, а в каком месте он взорвался, интересно? Вот, вот, вижу, вижу, вижу. Вот мои все вещи. Давайте я соберу вот эти все вещи свои. Фига, какую дрень он сделал, ё-моё. Вонючий крипер, а? Что ты натворил, гад? Ладно, сейчас я быстренько все соберу, свои пожиточки. И мне надо будет, ребятушки, сделать этот самый сундучок. Что в сундук мне всякие вещи свои ложить. А, давай посмотрим. А, дерева у нас нету, так-то есть топорик. А, давайте вырастим хотя бы первое дерево, вот это вот. Так, раз, два, три. О! Так, выросло дерево. А где-то я еще тут сажал деревья. Ладно, давайте мы его быстренько срубим. Так, а ну-ка, веточки мне не нужны. Так, ой, немножко у нас здесь дерево совсем уже не сильно много. А я взять не могу их, да? О, так, давайте выкинем вот этот песочек, он мне пока не нужен. Давайте зайдем в наш домик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Почему я не могу залезть в домик? Что такое? О, наконец-то. Давайте сразу. Так, у меня есть березовые бревна, оказывается, были. Так, давай это выкинем. Сделаем сразу верстак. У меня даже верстака не было, представляете, ребята? В уголку сейчас поставлю. И сделаю, значит, так. Сундучок. Давай сразу два сундука. И поставим сундучок вот в этом месте. Все, сейчас я свое вот это барахлишко уберу. Так, чтобы оно здесь у меня стояло, лежало. Так, что мы возьмем тогда, ребята? Топорик возьмем. И возьмем, сейчас подожди, есть у нас еще водичка. Так, водичку пока не буду брать. Возьму меч на всякий случай. И еще дубовые бревна. Так, вот это все соберу, что у меня было. Надо будет мне... Ух ты, смотри, три саженца, это хорошо. Давайте сразу один саженец посадим. Так, земли у меня нету. А, слушай, слушай, я где-то здесь видел камень. Мне нужно немножко камня собрать. Вон он, где камень. Так, тут зайчик бегает. Так, зайчишка, давай отсюда убегай. Мне нужно камня взять немножко. Вот, я сделаю лопатку. Чтобы далеко домой не идти, я сделаю здесь верстак. Вот так вот. И поставлю его сюда. Вот. И здесь я сделаю сейчас палочки быстренько. И из палочек мы сейчас, ребяточки, сделаем лопату. Вот. Каменную лопату. А давай две лопаты. А давай три. А давай четыре. Так, все. У нас есть четыре лопаты. И мы сейчас будем собирать песочек. Давайте здесь сверху соберем, чтобы оголить камень. И здесь будем такую шахточку небольшую рыть. Потому что мне камня тоже понадобится много. Так, ну, в принципе, достаточно. Теперь мне нужно собрать побольше камня, чтобы сделать печку. Я не знаю, на чем она будет работать. И, надеюсь, я найду здесь немножечко угля. Потому что без угля мне
будет не очень хорошо. Дерева-то у меня нету особо много. Так, шахту будем копать немножечко вниз. Ну, вот сюда вот. Надо будет нам побольше стекла сделать. Ну, сейчас я сделаю. О, сейчас все обвалится. Да, все обвалилось. Ну, ничего страшного. Так, это да, я сейчас уберу песочек, он мне не нужен. Все, пойдемте, ребятушки. А почему у нас береза не выросла? Давай ее это самое тоже удобрить надо будет этими скелетными. А где-то эти скелеты, кстати, бегали. Сейчас я хочу посмотреть. Может быть, есть здесь остались как его, косточки. Ну, вроде бы нет. Нет никого. А вижу здесь корову. Корову одну. Ух ты, смотри, пещера какая. А, нифига здесь коров сколько много. Так, а что здесь еще интересного? Опять какая-то шахта внизу. А внизу, я смотри, вижу этот самый уголь. Как раз мне уголь и пригодится. Так, там никого нету. О, железо. Так, железо только один был кусочек. А здесь что у нас? Давай посмотрим. О, сколько железа. Сделаю я, ребята, лопату и кирку сделаю. Нормально, хорошо. Даже, может быть, железный топор еще. На железный топор хватит. О, дружище, крипер, смотри, стоит. А, взорвался. Ё-моё, ладно. Давайте пособираем, что тут упало с него. И пойдемте домой уже. Пошлите домой. А, и зачем же я сюда пришел? Я сюда пришел уже за углем. Вот он, уголь. Давайте я заберу уголь отсюда. Ух ты, да тут еще есть уголь. Хорошо, я весь заберу уголь. Мне надо будет железо наплавить побольше. Ой, как мне повезло, ребята. Здесь еще куча угля. Давайте я весь уголь сейчас соберу. Ох-ох-ох, да мне везет сегодня. Прям очень много я угля нашел, ребята. Прям какие-то залежи угля. Так, все, спасибо. Я пошел назад домой. Еще, знаешь, что я сделаю? Немножечко соберу земли. Земля мне пригодится. Я на ней буду в пустыне высаживать деревья. Так, достаточно мне, в принципе. И надо будет еще этот самый высадить. У меня же там есть, ребята, тростник. Тростник, я, да, говорю? Бамбук. Бамбук. Мне надо будет еще бамбук высадить. Но бамбук любит водичку. Поэтому надо будет куда-нибудь еще что-нибудь найти. Так, давайте сейчас я быстренько посажу деревья. Так, здесь будет дерево расти. Потом, ну давайте в этом месте дерево тоже посадим. Так, ну и все, в принципе. Будем теперь ждать, когда вырастет у нас деревья. Так, давайте здесь песочек положим. И сделаем две печки. Давайте две печки сделаем. Куда печку поставим? Давайте наверх. Наверх она поставится, да, одна печка и вторая. Вот такие вот печки. Уголек ложим сюда. А где у нас получается? А, вот железная руда. Отлично, пускай там готовится. А здесь будет у меня, ребята, готовиться песок. Так, пять... А, нет, подожди, вот у меня тут дофига песка. Давайте весь уголь положим. Один оставим, сделаем свечки. Факела, то есть, какие свечки, говорю. Так, давай палочку возьмем одну. Так, и факелок. Сколько там будет факелок? Четыре, да? Ага. Ладненько. А где у меня бамбук? Вот у нас бамбук, ребята. Давайте будем садить бамбук. И возьмем водичку. Потому что вода нам нужна. Так, а ну-ка посмотрим, где мы посадим бамбук. О, подожди, кто это? А кто это ходит? Что-то я не понял. Подожди, что это за фигня у него на голове? Подожди, что это? Кто это? Это разбойники, что ли? А-а-а, ребята, это разбойники, ай, убегаем! Ай, они стреляют, это разбойники, ай, зачем же? Ё-моё, быстрее-быстрее домой. Быстрее-быстрее домой, ребята, это разбойники бегут. Да, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Что делать, что делать, что делать? Надо быстрее-быстрее. Сейчас. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ё-моё. Фух, фух-фух-фух-фух-фух. Я привел все домой разбойников. Ай-яй-яй, что делать? Ах, они стали стрелять. Ой.
Вон, смотри, стоит. Откуда вы взялись? Ну. Так, дырку я заделаю, чтобы не упасть. Вот, смотри. Сейчас я придумаю, как вас уничтожить, ребята. Сейчас, подождите. Сейчас я возьму свой меч. Надо бы какую-нибудь броню сделать, а из ней не из чего. Что же делать? Как же мне этих разбойников убить? На! На! Ага. Так, у меня даже это, лука нету, чтобы вас тоже пострелять. О! О, он своего же стреляет, да? Или нет? Так, давай здесь постою. Может, он стрельнет в него. В разбойника убьет. Ага, да откуда вы взялись, алло? Да, что же делать? Уже ночь наступает. Так, ладно, давайте не отчаиваться. Мы застряли здесь, в этом, у себя дома. На крыше. Как же их убить-то, а? Так, надо подумать. Что у меня есть? У меня есть яйца. В яйца них покидать тоже нет смысла особого. Ага. Ладненько, постоим, подумаем. Что же делать, ребята? Как же мне вас убить? Смотри, какой он большой. Да. Какие злые. Злые ребятушки. Ага, так. Так, наступает ночь. Вы не можете уснуть, пока есть рядом монстры. Есть вариант сбегать домой. Либо давайте сразимся с ними. На, я его сейчас убью. Я убью тебя сейчас. Надо. Убили. Они меня убили, а не я их. Ладненько. Так, сделаем по-другому. Я сейчас возьму свой меч. Так, тихо. Вот мой меч. Где он там? Вон они стоят. Вот этого я точно убью. Смотри. На. Нет, я его не убил. Вот он, смотри, стоит. Гад. На, раз, два, три, четыре, пять. О, убил. Убил одного. Так, ребята, я одного убил. Так, осталось. Так, еще бы эти зомбаки бы не бегали, а? Тихо. Давай сейчас в домик быстренько зайду. Так, двери позакрываем сейчас все. А, толку-то двери, они сейчас так зайдут. Ладно, мы сейчас их немножко здесь побьем. Так, есть один. Одного убили. О, тут дерется с этим. С монстром, прикинь. На, иди туда, иди. Все, я убил всех. Так, вот еще этот зомби. Вонючка. Так, а тех я поубивал, ребята. Да. Тех я убил. Хорошо. Мы со всеми справились, ребята. Такое нападение. Нападение ужасное было. Я вообще вот весь раненый. О, офигеть. Ну ладненько, дорогие друзья, будем заканчивать серию. А всем большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока.